Грациозная походка, ровная осанка и уверенная подача. Стать принцессой или королевой желает практически каждая представительница прекрасного пола. Арина Ельпина, мама двух сыновей, не так давно осуществила свою давнюю мечту. Она получила главную корону городского конкурса красоты и талантов «Миссис Бийск-2022». Обязательно нужно участвовать в таких конкурсах, и для нашего города это настоящее событие, я считаю. Молодцы организаторы, спасибо им, низкий поклон за это, что дают возможность мамам проявить себя, показать свои таланты, почувствовать вот этот праздник, счастье, радость. И такие проекты обязательно нужны. Арина достаточно увлеченный человек, занимается бачатой, фитнесом, любит путешествовать. Но одно из главных хобби, с которым ей удалось связать свою жизнь, это рукоделие. Уже на протяжении 8 лет она является руководителем студии творчества. А еще работает педагогом дополнительного образования в Бийском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Арина Валерьевна не сразу появилась у нас как педагог дополнительного образования. 3 года назад она изъявила желание и стала волонтером в нашем учреждении. И ее карьера педагога началась именно вот с такой вот добровольной работы, просто по тому, как она организовывала мастер-классы с ребятишками по рукоделию. И мы, как руководители учреждения, соответственно, ну, конечно, видели, как к ней тянутся дети, как хотят и с огромным желанием ходят на ее занятия, и видим результат ее работы и желание детей участвовать, да, вот в этом вот, в процессе творчества. Поэтому ей было предложено остаться, работать уже непосредственно педагогическим работником. Фелтинг, мокрое и сухое валяние, мыловарение, картины из шерсти и цветочные композиции. Арина мастерица на все руки. На занятиях она учит детей делать не просто поделки и безделушки, а то, что может пригодиться в быту. Например, коврик, шарф, шапка или варежки, которые согреют в любую стужу. У меня очень творческая работа. Столько удовольствия и радости я получаю от нее. Каждый день можно создавать какие-то новые шедевры, от которых ты приходишь в полный восторг. Я чувствую, что я здесь нужна. Я дарю любовь детям. А это, наверное, самая благодарная работа – работа с детьми. Они дарят тебе свою искреннюю улыбку, радость. И от этого ты становишься значительно счастливее. Добрая, отзывчивая, спокойная, целеустремленная. Такими качествами обладает «Миссис Бийск-2022». Конкурс красоты и талантов для Арины Ельпиной – это не просто детская мечта, но и испытание на прочность, которое она прошла успешно. Кристина Мелехова, Андрей Сигаев. Будни.